Запасы центральной больницы Новокуйбышевска в очередной раз пополнились вакцины от коронавируса. В медучреждение поступило 300 новых доз гамковид-вак. А вот схема иммунизации осталась прежней. Осмотр врача, заполнение документов, укол и 30 минут под наблюдением медиков. Могу сказать, что из всех жителей, которые получили вакцину, свыше 40% это составляют люди, которым исполнилось 60+. И люди с хроническими заболеваниями. Цифра эта неплохая, но мы с получением новых партий вакцины активизируем работу. Очередей в больницах нет. Первым и вторым компонентом прививают в разные дни. Интервал – 3 недели. Записаться на прививку можно как по телефону горячей линии 122, так и на сайте госуслуг. Также можно позвонить по номеру телефона поликлиники. Это прям мое решение провакцинироваться. Сознательно шел на это. Сегодня уже вторая у меня вакцина. Первую перенес хорошо, без всяких последствий. В планах новокуйбышевских медиков и соцработников активно прививать маломобильных граждан на дому. Мы сейчас начинаем отрабатывать именно тех людей, которые находятся на социальном обслуживании на дому. То есть это пожилые люди, чаще всего старше 65 лет. Кто-то из них одинокий, кто-то одиноко проживающий, но есть родственники. На сегодняшний день мы эту работу также выстраиваем. По последним данным, привились 5060 жителей Новокуйбышевска. Из них полностью завершили вакцинацию 2669 человек. Ольга Хамракулова, «События».